какому небесному телу, Земле или Солнце, Луна притягивается сильнее? Во сколько раз? Для начала запишем дано. Масса Земли равна 6 на 10 в 24 килограмм. Масса Солнца – это 2 на 10 в 30 килограмм. Расстояние Земля-Луна равно 384 на 10 в 6 метра. Расстояние Солнца-Земля равняется 15 на 10 в 10 метра. Найти отношение силы Солнца-Луна к силе Земля-Луна. Сделаем схематический рисунок. F гравитационная равняется гравитационная постоянная умножить на массу первого тела на массу второго тела, знаменатель расстояние между центрами масс в квадрате. Эту формулу нужно знать. Воспользуемся формулой и напишем силу взаимодействия между Землей и Луной. F Земля-Луна равняется гравитационная умножить на массу Земли на массу Луны, знаменатель расстояние Земля-Луна в квадрате. Рассмотрим силу взаимодействия Солнца-Луна. Тогда сила Солнца-Луна равняется гравитационная умножить на массу Солнца на массу Луны, знаменатель R Солнца-Луна в квадрате. Расстояние между Солнцем и Луной равняется расстоянию между Солнцем и Землей минус расстояние между Землей и Луной. Подставим наше расстояние Солнца-Луна в ранее полученное выражение для силы Солнца-Луна. Тогда у нас получается, что сила F Солнца-Луна равняется гравитационная умножить на массу Солнца на массу Луны, знаменатель, расстояние Солнца-Земля минус расстояние Земля-Луна, и все это в квадрате. Найдем отношение сил. Тогда у нас получается, сила Солнца-Луна на силу Земля-Луна равняется гравитационная масса Солнца на массу Луны, знаменатель, расстояние Солнца-Земля минус расстояние Земля-Луна в квадрате. Разделить на силу Земля-Луна. Сила Земля-Луна – это гравитационная масса Земли на массу Луны, знаменатель расстояние Земля-Луна в квадрате. Разделим. Тогда у нас получается, что сила Солнца-Луна на силу Земля-Луна будет равняться гравитационная масса Солнца на массу Луны умножить на расстояние Земля-Луна в квадрате, знаменатель, расстояние Солнца-Земля минус расстояние Земля-Луна в квадрате умножить на гравитационную массу Земли на массу Луны. Сократим массу Луны, сократим гравитационную постоянную. Тогда у нас получается масса Солнца умножить на расстояние Земля-Луна в квадрат, знаменатель, расстояние Солнца-Земля минус расстояние Земля-Луна в квадрате и умножить на массу Земли. Подставим сюда наше значение, найдем результат. Тогда у нас получается, что отношение сил Солнца-Луна на силу Земля-Луна будет равняться. Масса Солнца – это 2 на 10 кг, умножить на расстояние Земля-Луна, 384 на 10 метров, все в квадрате, знаменатель. Расстояние Земля-Солнца – это 15 на 10, 10 метров минус Земля-Луна, это 384 на 10 метров, все в квадрате, умножить на массу Земли, масса Земли – это 6 на 10. Посчитав, получаем 2,2. Запишем ответ. Отношение сил Солнца-Луна к силе Земля-Луна равняется 2,2. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.